Уважаемые жители села Ворклетботья, здравствуйте! Сегодня вас будут приветствовать лауреаты и победители фестиваля «Созвездие Йолдызлар», фестиваля, который проходит под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Фестиваля, аплодисменты, фестиваля, который проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Также громкие аплодисменты. Друзья, уважаемые жители, хочется отметить, что по поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова был организован концертный тур созвезденцев по городам, районам, селам нашего любимого Татарстана, нашей любимой республики. Наш президент Рустам Нургалиевич уверен, что все наши артисты, все наши созвезденцы, любимые бабушками, дедушками, жителями сел, городов, деревень, любимые главами и руководителями районов. Именно поэтому мы сегодня с вами здесь. Ну и, друзья, конечно же, невозможно не отметить, что в каждого артиста, в каждого созвездинца, которого сегодня, вы сегодня увидите, вложена огромная любовь, огромная невероятная любовь родителей, педагогов, руководителей, глав районов, ну и, конечно же, любовь Татарстана, любовь Республики Татарстан. Это огромное историческое событие. Наш президент Рустам Нургалиевич, это, конечно, вы знаете, что созвездие Йолдызлык, он проходит под патронажем личного президента Республики Татарстан. Народов, которые присутствуют в фестивале созвездия Йолдызлык, вот она сегодня здесь, на этой сцене. Наслаждайтесь! Они, кстати, несмотря на все свои регалии, очень сильно волнуются, поэтому единственное лекарство от волнения артиста – это ваши аплодисменты! С праздником, барабля! Стремятся к солнцу всходы, так желают все народы. В беспокойном мире единством цели и грядущим поколениям пожелаем доброе хранить, сохранить, сохранить. Мы можем с улыбкой на свет и Сизнеге белән җырлап очрашулар күңелләрдә калыр кешке. Әйдә җырлыйм әле, җилкен бергәле хисләрле. Әйдә җырлыйм әле, җилкен бергәле хисләрле. Бергә җырлыйм әле. Яңғыратты біз әңгер кішлеріне біргәләп Әйді жырлый ғәлі Жүлкіндір ғәлі хистеріне Біргә жырлый ғәлі. Let's play.
танцевальный коллектив «Хьял» Акрыйский район. Ваши аплодисменты, ваши земляки, танцевальный коллектив «Хьял». Ну что ж, друзья, урожай собрали. Собирала на поляне девушка грибы. Набрала грибов и надо ей домой идти. До тропинку нелегко найти. То валежник, то седые кочки, то трава густая. Грибы-грибы-грибочки, ой, грибы-грибы-грибочки. И калина, и малина, ягода, ягода лесная. Вон опрочь выдвигаться до букья вылупьянта. Пойся скричать в очи и веками чеканта. Твоя бельеса, мадам та бельеса, еунда та бельеса, кешольца. Шиялканнарын біргәліп. Барын шыларға бағышылығы жүріңіз. Құларыңда талияны гармона идәлі бір тартәлі. Құларыңда талияны гармон идәлі бір тартәлі. Уйна ицке алын елге қайталмай қалғаннарыны. Уйна ицке алын елге қайталмай қалғаннарыны. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи, полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут внуки. Потом жизнь опять повторится сначала. В нынешней неведомо куда
и камешки у берега качались. И белая малиновка тогда о том, о чем напрасно мы молчали. Прошу тебя, час розовый. Сошел восток, ушла из сердца боль. Исчезла речка, вдаль умчалась юность. И песня словно первая любовь. Малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя, сейчас просто ты напой тихо. Sizi deyip bilen beyledim, bunu yazmışsınız. Bu elimi de aşırı bulan aksiye durmuşsınız. Bu elimi de sağışım var, bunu da sağışım. Biz gelene kadar duyan vakti tağışın. Sizin evi bilen beylerim, bunu yazmışsınız. Bu engelimi de şer bulan aksiyem durmuşsınız. Sizin evi bilen beylerim, bunu yazmışsınız. Bu engelimi de şer bulan aksiyem durmuşsınız. Танцевальный коллектив «Хаял», село Ижбоби, Акрыйский район. Самый громкий аплодисмент из земляка. Yeah.
Хотим услышать ваши аплодисменты. Молодая птица удачи. Много радости вам.